Казахстан и Кыргызстан намерены объединить усилия в реализации перспективных проектов, находящихся на рассмотрении двух стран. Договоренность об этом была достигнута сегодня во время встречи вице-премьер-министра иностранных дел нашей республики Мурата Нуртлеу с президентом Кыргызстана Садыром Джапаровым. Стороны также отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества, углубление стратегического партнерства как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Особое внимание было уделено вопросам укрепления межрегионального и приграничного взаимодействия, расширению торгово-экономических и инвестиционных связей, развитию культурно-гуманитарного сотрудничества и реализации совместных проектов в различных сферах. Глава нашего внешнеполитического ведомства выразил уверенность и в расширении союзнических отношений.